Спрашивают о камерном балете «Баку». Я хочу дать небольшую информацию по поводу этого коллектива, который был создан в 1982 году, после окончания мной балетмейского отделения Ленинградской консерватории. Но он тогда имел название «Молодой балет Баку». Он просуществовал 3 года, и впоследствии через 3 года, после постановки балета «Арифа Милика, упомните», в 1985 году, родился коллектив, которого назвали «Молодой балет Баку», позже «Камерный балет Баку». И с тех пор этот бренд камерного балета как бы и остался за нами. Хотя с тех пор уже прошло 30 лет нашей постановочной деятельности. И, конечно, за это время было создано огромное количество литературы, сочинений, пресса. Она столь грандиозна, что представить ее вообще совершенно не представляется никакой возможности. Тут отобраны просто те журналы, центральные московские журналы, профессиональные, которые назывались «Советский балет», а впоследствии вот уже просто балет. И эти журналы как бы являются кульминацией, да, нашего, так сказать, творческого взлета, если можно так сказать, в связи с тем, что таких спектаклей было поставлено за 30 лет, конечно, около 30. Наиболее интересными из них, конечно, были вот здесь, например, представлен балет Ильгама Кафарова «Баллада о ветре» по Рэя Брэдбери. Но надо сказать, что камерный балет Баку возник как благотворительная, общественная, независимая организация «Театр-студия», в которой проходили свое как бы такое профессиональное становление молодые начинающие артисты балета. У нас был опыт приглашения выдающихся деятелей хореографического искусства, но это было кратковременно и как бы не обязательно. Все-таки основная у нас была идея поставить молодежные спектакли и для молодежи, и силами начинающих молодых артистов балета, как бы подающих надежды, и как бы находящихся на этапе его своего творческого профессионального становления. И я, поскольку тоже был молодым специалистом, только-только окончил балетмейстерское отделение Ленинградской консерватории, у народных артистов России Николая Николаевича Боярчикова и Петра Андреевича Гусева, и по приезде в Баку был поставлен балетный спектакль «Помните», а до него был балет «В честь танца». И вот эти балеты заложили как бы основы нашего становления. Кстати, балет «Помните» на музыку выдающихся азербайджанского композитора Арифа Милика, кумира моего детства, моей молодости, он явился тем моментом, с которого впервые был зафиксирован в журнале «Балет». Это было в 1984-85 годах. Тогда он носил название «Советский балет». Здесь его, к сожалению, не нашел пока. И вот в дальнейшем мы стали активно сотрудничать с журналом «Балет» в связи с тем, что я как исполнитель и как балетмейстер был известен главным редакторам этого журнала, потому что они были на балетмейстерских экзаменах в Ленинградской консерватории, где я сам тоже часто танцевал на сцене в качестве исполнителя своих собственных постановок.
Но речь сейчас идет о камерном балете Баку и моей как бы такой балетмейстерской работе. И вот в связи с тем, что вот, допустим, здесь представлен балет Каракараева «Дон Кихот». Эта премьера состоялась в 1994 году, точнее даже в 1993 году, в конце декабря. Такая была пробная премьера, и уже реальная премьера была в январе, в начале января 1994 года. На музыку гениального композитора Азербайджана Кара Караева, тоже моего любимого композитора, главного композитора в моей жизни, можно так сказать. В связи с тем, что еще будучи студентом балетмейстерского отделения в Ленинградской консерватории, я поставил уже один фрагмент из этого сочинения, это симфонический гравюр, да, речь идет, к фильму Григория Козинцева, «Альдонса». Он был решен как такой лирический дуэт, как какая-то любовная зарисовка. А в дальнейшем, в новом балете, кстати, я был пионером этого привлечения этой музыки в балетный театр до нашего спектакля. Никогда музыка Кара Караева, имею в виду Дон Кихот, не звучала на балетной сцене. Мы явились, так сказать, первоисточниками в этом деле. И мной был написан сценарий, который так, собственно говоря, и получил название «Дон Кихот». Хотя под заголовок он имел фантастические сцены. Это не было как бы так сколком с обычного традиционного спектакля. Это были такие зарисовки, это были какие-то фантасмагории, какие-то картины, несколько как бы так спаянные между собой. Это как бред, как видение. Поэтому главными персонажами, одними из главных, там были видения, бред, фантасмагории, которые исполнял кордебалет хореографического училища, ну и три солиста. Но далее последовали балеты Тофика Батиханова. В связи с тем, что Тофик Батиханов тоже является выдающимся азербайджанским композитором, и с детства я был увлечен балетом Тофика Батиханова «Каспийская баллада», постановки наших тоже великих балетмейстеров Рафи Диахуна и Максима Мамедова. И вот именно этот стиль камерного балета, но при этом решенность, это средство модерн данса, как бы подсказал мне идею воплощать вот в этом, ну, если можно сказать, в своем собственном камерном балете Баку, именно стиль танца модерн. Потому что классический балет – это прерогатива хореографического училища, академического оперного театра, а мы являемся независимой труппой, труппой, театром, студии, коллективом, который ставит абсолютно экспериментальные, абсолютно никого не похожие, оригинальные произведения, поставленные по моим, собственно, кстати говоря, сценариям, в связи с тем, что это является драматургом балетного театра. И вот, вот в этом журнале отражен как раз премьера балета «Добро и зло» по Тофику Батиханову. Это очень интересно, его история создания, потому что к 85-летию со дня рождение Низами Генджиби, мной был написан такой сценарий «Добро и зло», и я предложил этот свой сценарий, точнее, свою экспликацию балетмейстерскую, выдающемуся нашему композитору Тофику Батиханову, и он написал балет по моему сценарию. И не дожидаясь долго, хотя он был представлен в оперный театр, но поскольку постановка как бы задерживалась, я решил поставить его своими собственными силами и станцевал главную партию «Зла» на сцене музыкальной, Бакинской музыкальной академии, где, собственно говоря, я работаю до сих пор балетмейстером-постановщиком, главным балетмейстером. Потом я был там педагогом на кафедре оперной подготовки по дисциплине танец и сценодвижения. Но вот сейчас уже я сосредоточился сугубо на балетмейстерской работе. Вот здесь, значит, повторяю, рецензия на спектакль «Добро и зло» Тофика Батиханова. Это вторая постановка по нашему классику, потому что первая была «Восточная поэма». Тоже интересная там была история. Этот балет пролежал без движения 20 лет после его создания. И поскольку я был фанатом и Тофика Батиханова тоже, и вот его «Каспийской баллады» в частности, я обратился к композитору и сказал, я могу осуществить вашу постановку «Восточная поэма» в связи с тем, что я балетмейстер. У меня есть диплом, есть коллектив, который может поставить балет. И Батиханов дал добро. И я там исполнял партию «Черного человека», не на примере, правда, но на
других спектаклей последующих. И так вот завязал творческую дружбу с этим композитором. И вот третий балет «Заратустра» по его пятой симфонии пока еще, кстати, находится в стадии работы, потому что он не осуществлен, не получил никакого окончательного воплощения. И как бы подытоживая свое краткое в данном случае выступление, я хочу сказать, что за эти 30 лет, к 2005 году, была составлена такая монография, которая получила название, правда, балетмейстер Рашид Ахмедов, но это, собственно говоря, является монографией спектаклей камерного балета «Баку», потому что там дан подробный анализ практически всех его спектаклей, от первого, можно сказать, до последнего по времени, «Соломифи Соломон» на музыку Арнольда Шёнберга. И вот эта книга тоже была опубликована в 2006 году и ждет своего дальнейшего продолжения. Я надеюсь еще неоднократно встретиться со своими поклонниками, любителями хореографического искусства и желаю всем добра, счастья, до новых встреч. Всего доброго.